Ногти и кожа часто поражаются грибком. При развитии грибка на ногтях пальцев стоп происходит выраженная их деформация, утолщение, расслоение. Ногти становятся некрасивыми, страдает кожа вокруг них, отмечается зуд и жжение. Не всегда рекомендуемые препараты бывают эффективными. Часто с проблемой помогают справиться народные средства. Используемые вещества есть у каждой хозяйки. Растворить в 500 мл воды 4 большие ложки столового уксуса, накладывать на пораженные ногти тампоны, смоченные в этом растворе, и оставлять на 30 минут. Повторять 2 раза в день. Сделать из порошка куркумы и воды густую пасту, смазывать ею ногти, оставлять для активного воздействия на половину часа, потом смывать теплой водой. Делать 3 раза в день. Чередовать оба способа в течение дня. Натереть на мелкой терке сырой картофельный клубень, измельченный картофель прикладывать к ногтям и закреплять бинтом. Делать на ночь, утром смывать. Перед проведением процедур ноги надо тщательно вымыть, а ногти коротко подстричь.